И начнем с чрезвычайного происшествия. Река Анапка вышла из берегов. Площадь разлива составила более 4,5 квадратных километров. Причина – накануне прорвала дамбу накопительного пруда около станицы Раевской. Ситуацию усугубила и двойная норма осадков в январе. Тем не менее, в администрации города отреагировали оперативно, и ситуацию удалось не выпустить из-под контроля. Уже с утра технические средства контроля начали фиксировать резкий подъем реки Анапки. Но нам удалось избежать более серьезных последствий. Это затопление дворовых территорий и, возможно, самих домов. Какие мероприятия были проведены? В период сильных дождей в январе месяце мы постоянно держали русло реки Анапки, это оперативное управление водотоком, в максимально широком состоянии. В настоящий момент уровень стабилизировался. Постоянно там дежурит оперативная группа, которая контролирует ситуацию на этом участке. Но я думаю, что через несколько часов, это через 4-6 часов, уровень начнет спадать. И считаю, что угрозы для населения сейчас это не представляет. Я хочу предупредить то, что на сегодня и на завтра сохраняется очень большой шторм. В открытом море это составляет 5-6 баллов, в бухте это 3-4 балла. Идет подпор воды, как я уже сказал, все руководители учреждений, организаций, в том числе и здравниц, предупреждены о возможных нарушениях систем жизнеобеспечения. Это связано как со штормом, и связано с ветровыми нагрузками.